Всем привет, друзья, с вами Грегори, и это 22-й выпуск второго сезона проекта «Город в Майнкрафте». Сегодня же в выпуске это у нас будет также супермаркет Проспект, кстати, да. Супермаркет Проспект изначально существовал в Челябинске, то есть в моем городе. Их было большинство, то есть типа на северо-востоке города, в центре города. Но потом так уж произошло, что их закрыли. Увы. Поэтому я решил воплотить, то есть возродить сеть супермаркетов, но по-эстатовски. Также я добавил рекламный стенд, пока что только один экземпляр этого, то есть такой вот рекламный стенд тут у нас. Написан типа заказ продуктов с магазина Проспект круглосуточно, то есть, кстати, да, вот. Изначально в Проспекте там можно было также заказывать продукты, но тогда заказывали по телефону. Через оператора, а сейчас, тот же, например, Сбермаркет или Delivery Club, то есть, сейчас уже через приложение или сайт, через приложение мобильное. И, кстати, да, вот вымышленный, кстати, сайт prospectifis.asatask.ru, это сайт вымышленный, если что. А теперь, тем временем наступила ночь в Айсатовске, так, поэтому летим обозревать этот супермаркет. Так выглядит этот супермаркет. Честно говоря, я просто взял... То есть для создания я просто взял основу, то есть из супермаркета Реми. Я его просто немного увеличил и добавил, то есть заменил плашку. То есть, как называется? Короче говоря, надпись. То есть там была Реми, потом я снес надпись, потом добавил надпись Проспект, сделал. А вот здесь вот. Добавил такую вот окраску, то есть такую линию. В принципе, почти все то же самое, что было в супермаркете Реми, но немного изменено. То есть под нужды проспекта. Магазина, разумеется, в этом. То есть это те же вот камеры хранения стали заметить, турникет. Полочки, где можно разложить товар по пакетам, тоже на месте. Вход в магазин, кстати, немного изменен. То есть окрашен в цвета, то есть вот фирменный цвета магазин, то есть красный, желтый и зеленый, как всегда в городе. Тут у нас столько информации на случай, если товар как попался, мозг некачественный. В принципе, немного увеличилось, тут добавилась еще партия из нескольких боксов с замороженными продуктами. Тут у нас раздел, где у нас эксклюзивные товары магазина. Холодильники, автоматы с холодными напитками. И полки с товарами и раздел с фруктами и овощами. Вот. В принципе, служебное помещение тоже немного увеличилось. То есть склад, конечно же, остался как есть. Правда, теперь изменены также были таблички. Табличка туалет осталась на месте. Здесь уже изменена, да. Здесь было написано директор, но я изменил на директор магазина и заведующий склад. Тут у нас директор сидит, а здесь заведующий складом. Туалет остался тот же самый. Тут у нас такой вот унитаз, раковина и автоматический сушилка. Также добавил еще один кабинет, здесь сидят администратор и товаровед. У нас администратор сидит, то есть администратор торгового зала. Вот, кстати, да, вот здесь не заполнил. Вот. Тут у нас администратор сидит, а здесь товаровед. В принципе, вот такой получился супермаркет Проспект. Летим дальше к следующему обновлению, друзья. Следующее обновление это уже недалеко от Монмарёвского сквера. Тут уже я добавил сеть МФЦ, мои документы, то есть многофункциональный центр и кафешку. То есть кафе называется Диего Армандо. То есть, как ни странно, я решил назвать честь персонажа из франшизы «Первоклассный адвокат» или же «Эйс Атори».
В качестве логотипа я просто добавил такую кружку с кофе, из нее вылившийся пар. Ну и чтобы эта конструкция не висела в воздухе, я добавил, крепежи, ну, типа палки для того, чтобы вывеска не упала. То есть вот два входа, то есть пара табличек и адрес Щербаковская улица, дом 15А. То есть располагается за пожар. Именно за зданием МФЦ. Тут уже кафе более просторное, тут у нас места такие. И вот места, тут еще и такой вариант есть. Также кухня такая, ну, в принципе, ничего особенного, тут здесь холодильники, печки и раковины. Здесь ничего лишнего нету, тут все, так сказать, все нужно, друзья. Да, друзья, вот я кое-что забыл, друзья, кое-что забыл. Вот, сало. Добавить зелеварку. Ну, которая готовит напитки. Ну и, разумеется, нужно добавить столик, чтобы зелеварка не стояла на полу. Такое получилось кафе. Изначально хотел сделать ресторан, но я передумал и просто решил сделать кафе. Теперь самое интересное это ФРЦ, мои документы. Изначально оно было построено, но я, к сожалению, в предыдущем выпуске я его не показал, к сожалению, так что я решил вам его продемонстрировать. Такой вот коридор простой, тут у нас такие вот оранжевые коричневые стены, тут сидушки, чтобы можно подождать свои очереди. Такие кабинеты, ну в принципе, то есть все такие одинаковые, то есть сиденье, стол, книжки, все. Каждый кабинет такой, то есть, правда, с небольшими изменениями. Итого их всего 4 кабинета. 4 одинаковые. Еще одно маленькое дополнение уж в самом сквере. Это я добавил памятник такой вот. Здесь написано памятник революционному деятелю, первому секретарю Аясатовского горосполкома городского исполнительного комитета Центрального комитета Всероссийской коммунистической партии, сколько большевики, то есть ЦК ВКПБ, Пономарёву Юлиану Александровичу. То есть ну, в принципе, в Челябинске имеется ряд улиц, которые названы по имя людей, внесших вклад в развитие Челябинска. То есть, типа, улица Бевеля, Столыпина, Бойко, то есть, в Копейске. Так вот, почему бы из своих героев Аясатовска не давать? Типа, Юлиан Александрович. Ну, человек вымышленный, разумеется, то есть. В принципе, так сказать, такой обелеск, ну, чисто из чистящего, мать его, бетона. Следующее обновление, это уже на улице Агалакова, друзья, мы уже во дворе. Я добавил 10, вот эту 10-этажку, то есть я добавил парковочную зону и... Внимание, друзья, вот самое интересное. Это, можно сказать, вот такая вот двухэтажка, то есть это практически та же пятиэтажка, что и та, вон, вот за этим домом, вот, за хрущевкой, вот здесь вот та же. Правда, это, можно сказать, сельская версия, то есть его двухэтажная. В принципе, интерьер тот же самый, что и в пятиэтажной версии, ну, так что особо зацикливаться мы не будем. Правда, есть некоторые изменения, некоторые отличия, то есть типа вот такие подпорки, ну не знаю, то ли подпорки, то ли из дополнения, короче говоря, то есть крыша, ну вот крыша, можно сказать, вышла сырой, то есть у нас только антенна, вход на крышу кондиционер. Про вот ту десятиэтажку я просто мало чего могу сказать, но я просто скопировал и поставил сюда. Буду честен просто. И это еще одна 10-этажка, правда, уже взята из комендантского проспекта, то есть уже
Я уже не менял уже окраску этой части, этой детали. Ну и в принципе все, пока что ничего тут не заасфальтировано пока что. Но всему свое время, друзья, всему свое время. Летим к следующему обновлению, друзья, это уже, уже в микрорайоне вокруг политехникума уже. И пока что я мало чего добавил, но пока что я добавил только магазин, детский садик и поликлинику, друзья. Вот ее пока что не хватало. Ну и разумеется, я буду развивать этот микрорайон, добавлю школу, разумеется. Добавлю некоторые другие, так сказать, дома, типа. Ну, пока что решают, то есть идеи пока что имеются. Вот, такое вот небольшое получилось отступление, пока что мы летим, вот, так сказать, мини-экскурсия. Вот в предыдущем выпуске я продемонстрировал этот Лера Мерлен, вот этот гипермаркет. В 19-м выпуске я продемонстрировал автосалон и политехнику. Так вот, вот он, супермаркет, правда, это тоже проспект, только уже поменьше размером, так сказать, проспект мини. В принципе, тут ничего особенного, тут у нас касса всего, там пока что три штуки, но в другом супермаркете, но уже на Комендантском проспекте, уже там было побольше. Тоже у нас вход в магазин, дальше замороженная продукция, раздел с холодными напитками, полки с товарами и раздел с эксклюзивными товарами магазина. Ну и склад. Вот этот склад. Уже следующее обновление, это уже детский сад номер 6. Это тот же самый детский сад, что был в Яконске, правда, уже сделанный уже из бетона, то есть из гладкого песчаника. А первоначальный вариант был сделан из черного и желтого бетона. То есть эта часть была сделана из желтого бетона, остальная часть из черного. Но единственное, что осталось, это вот зеленая полоска снизу. Тут у нас вот такая группа, то есть вот всего 7 кроватей, полки с книжками, почки, ну типа там игрушки лежат, и коврик. Все. В принципе, о, лишнего здесь нету. В принципе, тут все практически, группа практически одинаковая, правда, там немного другое расположение. Кабинет директора, тут у нас тут здесь директор сидит, а здесь заметьте его секретарь. Дальше у нас пищеблок или кухня. Тут у нас печка, холодильники, раковины. Здесь изначально должен был быть въезд для грузовиков, но, увы, дорога не проведена, так что, увы. Дальше раздел, где у нас стоит блюдо, то есть какое в меню будет. Поднимаемся на второй этаж. На втором этаже у нас тоже группа, правда, немного другое расположение кровати. Тут у нас кабинет медика, то есть тут уже намного просторно. Тут у нас полки, ну типа там лежат медицинские карты детей, тут у нас полочка с лекарствами, тут уже кровать, куда ребенка ложат, и комната, ну и то есть стол и стул медика. Служебный туалет, правда тут одна раковина и одна будка. Один унитаз. Здесь тоже группа, тоже распространение. Тоже иное расположение, правда, уже без коврика. И кабинет логопеда. И последнее в этом выпуске обновление, это поликлиника, друзья. Это уже вторая по счету поликлиника, уже вот. Всего пока что только две. Одна
в первом микрорайоне, а вторая уже в микрорайоне рядом с политехникумом. Тут у нас перед входом скамейки стоят, деревья посажены. Тут у нас регистратура, тут у нас сидят регистраторы, которые регистрируют нас, то есть записывают нас на прием к врачу. Тут у нас полки с медицинскими картами, кабинеты, ну, в принципе, практически одинаковые. Тут уже вход в сам оркестр. Снова кабинеты. Тут, правда, уже все одинаковые. Тут уже немного другой кабинет. Тут уже процедурная комната. То есть процедурный кабинет. Тут у нас написано, во сколько прием крови. С 8:00 до 12:00. Кстати. Тут у нас запасной выход на случай пожара. Лестница на второй этаж. Кабинет с рентгена. Аппарат, который у нас матка. И все остальные, и те же самые кабинеты, что и на первом этаже. И, ну и в качестве бонуса такая пустая, можно сказать, накопительная площадка без сидений, без скамеек. Но это не проблема, можно добавить их. Так, я вроде бы ошибился. Вот так. Дальше у нас идет уже на крышу.